Сегодня мы будем готовить свекольный салат с сыром. Для этого нам потребуется 1 свекла, небольшой кусочек сыра, половинка яблока, 2 зубка чеснока, перец, соль. Из зелени нам потребуется немного лука зеленого и веточка укропа. Ну и, конечно же, майонез. Майонез я предпочитаю использовать домашний. Как приготовить домашний майонез, вы можете посмотреть в одном из видео на моем видеоканале. Свеклу и сыр натираем на крупной терке. Нарезаем подготовленную зелень. В этом салате вы можете не использовать укроп, но я добавляю его для пикантного вкуса. Для заправки нашего салата нам потребуется перец, соль, майонез, тертый на мелкую терку чеснок, тертое яблочко на мелкую терку и совсем немного укропа. Смешиваем все наши ингредиенты в подготовленной емкости. Берем майонез. Добавляем совсем немного перца. Чуть-чуть соли. Если у вас соленый майонез, соль не добавляйте. Кладем туда чесночок, яблочко и немного укропа. Все это смешиваем. Наша заправка для салата готова. Подготовленную свеклу и сыр перемешиваем в салатнице. Добавляем зелень и добавляем подготовленную нами заправку. Перемешиваем. Наш свекольный салат с сыром готов. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи!